Черноморский флот России сегодня пополнился новым боевым кораблем. Фрегат «Адмирал Григорович» торжественно встретили в Севастополе, где он теперь будет базироваться. В последний раз корабли подобного класса принимали там 3,5 десятилетия назад. «Адмирал Григорович» построен на верфях в Балтийске, откуда вышел в конце апреля. Он стал первым в линейке надводных сторожевых кораблей, которые предназначены специально для Южной флотилии. Всего их будет 6. Меньше чем через 3 недели в Севастополе ждут второй корабль этой серии «Адмирал Эссен».